Раньше часиков 6, а ушли все, соответственно, 11:30, то есть долго пришлось стоять на ногах, поэтому устал уже под конец, пипец вообще. А потом был косяк небольшой у организаторов, там было два типа билетов в фан-зону и на танцпол, но сначала организаторы подумали, что это все одно и то же, и раздали всем одинаковые зеленые браслеты. Только под конец, перед запуском, сказали уже, у кого на танцпол, те идите к другому какому-то там входу. Но у людей же все равно браслеты уже есть, всех одинаковые, никто не знает, кто что покупал. Естественно, никто там не пошел, а потом уже перед самым запуском всем начали раздавать синие браслеты. Мы поняли, что затупились слегка.
Ну, в общем, я стоял в первом ряду, и всегда нужно приходить пораньше, чтобы это было. Концерт понравился, баста очень, гуф, ну, не очень, я не фанат просто. А так попели, руками помахали, в общем, все заебись, я бы сказал. Так что приходите на концерты, радуйтесь, самые крутые эмоции это на концертах.